Ну, наверное, туда, да, это, да, от чего да, они-то и не да, помнят да, этого вот дома. Ну, я, во-первых, ну, помоложе намного, и когда сюда уже приехал, здесь же уже в деревне, ну, я помню такое детство, да, тут и трактора бегали, это, когда все жили, но это неосознанное, я не скажу, где кто жил. А осознанно уже как бы с памятью ездил уже в школьные годы, так здесь уже кто уехал, перевез дом, да тот уже перевез дом. Вот мне, наверное, было лет, наверное, где-то от 7 до 10, они жили в Верховье, и дом-то ведь был не новый, Верховье-то, ну там, да, он был не новый, значит, наверняка они вот этот дом перевезли сюда, в Верховье. Вопрос сделал удобнее. Да, можно. Вот так. Пожалуй, там удобнее. Да. Я думаю, что... Там вода стоит, видишь, не включил. Там вода стоит. Давайте, а? Давайте вот тут спустим сюда еще. А то будем искать Верховье, опять будем. А, так мы там у самой реки будем чай-то пить. Можно здесь попить чай. Сначала умыться. Сначала умыться. Морду только мыть надо, потом обязательно. Пить чай-то. Обязательно. Ну, почта у нас... Не будет возможности. Осторожно. Одна держится, другая наступает. Так, осторожно. Первый раз, первый класс. Исторический момент. Да. О, все, святая вода. Давай руку. Давай. Света. А. Миша Заладин, к тебе родственник. Он двоюродный брат моему отцу. Так он здесь жил в Митине. Ой, в этой часовенской. Да, я знаю. Жил, да? Это чекушка. Да. Моя. Ну, он меня тут тоже родился. С Днем Победы. Я думаю. Значит, и дом его не тут, да? Ну, у них один дом как бы пропал. Родительский. Ну, в котором они родились-то. А потом он матери построил, вот который в Буколов живет. Это чай, кипяток? Чай, но без сахара. Чай без сахара. Замечательно. Да. Хотим еще съездить. Хотим, да. Чтобы организовали да. Еще да, раз. Организацию. Еще да, организовать. Да, и спасибо да. За организацию. Да. Спасибо. Спасибо большое и до новых Виталик, встреч. Виталик, ждем да? Тебя да. С выздоровлением. И чтоб и ты... Привет, тетя Люси. А, тетя Люси, привет. Присоединяйтесь к нам. Вы-то передавайте, вы-то не видите, мы-то сейчас тетю Люсю увидим. А я не знаю. А не важно. А я тоже не знаю, но все равно тетя Люся. Тетя Люся, привет, почему ты с нами не поехала? Да, а получается, тетя Люся, от двоюродных племянников, получается, так? Да. Да, получается так, от двоюродных племянников.